Качество у меня, конечно. Развернитесь сюда, да. Кто такой большой? Серый. Разворачивай. Ну что, прямо здесь, что ли? Давай. Ребят, ну давайте хоть немножко отойдем. Ребята! 11-й! Ко мне идите сюда. Людей не направляйте, только А, ребят. Да. А, выключение. Серега, я винтовку взял. Окей. Так, ну что, на красный, да? А где? У меня опять голос пропал. А по-моему, там крутить надо. Куда? Вверх! Ну что, команды? Нет, марш! Блин! Так, для тех, кого сломал, это можно еще заново. Давайте соберем. Я попадаю. Дайте Роме. Дайте Роме. Дайте. У него там сломалось что-то. У него сломалось. У меня тоже сломалось. Кошмар. Но не сказали, в какую сторону крутить. А там надо было по стрелочке посмотреть. А где стрелочка? А где стрелочка? Подождите, можно я? И вверх направляете, что вы прям около себя чувствуете? А есть еще. А где стрелка? Запасных было только три, мне надо посмотреть. А, Ром! Здесь нету стрелки. Дай мне ружбайку, я типа знаю. О, я атмосфера. А где стрелка? Покажите, пожалуйста. Как нет стрелки? Там стрелочка. У вас получилось? Подождите. Но, секунду, не надо, погодите. Ты доставай свое оружие. О, нет! Черт! Все, царство небесное. Так, а в какую сторону? Левый? Нет, Сергей, это ваша работа. Это была ошибка. Ну что, поехали? Так, секунду. Да, давай. Если второй раз не получится, мне судьба. Так, подальше от ребят только. Пипец. Она не заряжена, потому чего? Что воздухом сжат. Ну давайте. Ну, что? У него она все вывалилась. Она скрылась. Но ты там, да, может, да, что-то осталось, ты ее крути. Вот. Ну все. С собой нет, чтобы вверх чего-то. Фу, как мне интересно вам. Кладите вон туда. Прикольно все. Чивачки. Потому что. Блянские. Я не выключу. Ну что, домашние хлопушки, которые дома у меня, видишь, они длинные были. А свои? Я говорю, почему тут длинные штуки? Ты куда пошел?